Алания, Конаклы, друзья, вечер, 30 октября, время 19:48. Вы видите, возле аутлет я нахожусь, и сейчас вот что хочу сказать. Ходил я, видео будет потом смонтировать, ходил, бродил вечером по Конаклы. Но что хочу сказать, уже многие отели здесь, я так понял, что уже закрылись, уже вот Сапфир, красавчик, который светился, вы видите, уже в темноте стоит, и... Ну, я так думаю, что все уже, все темно, нету там никого, он уже не работает. Людей меньше, то есть по... Ну, в принципе, людей хватает, как бы, на рынке вообще толпы были, но как-то в общем уже, да, людей все равно меньше, в общем. То есть многие отели уже закрыли сезон, непонятно почему, потому что сегодня реальное лето, и таких дней, как сегодня, еще будет много в ноябре месяце. То есть классная реально погода, теплая, теплая вода. Почему они закрываются так рано, я не знаю. Наши, не наши, не наши. Наши. Так и наши. Наши девчонки. Немножко меньше поток машин стал. Хотя, в принципе, к Алании это не относится. В Алании тоже много сегодня. Как всегда, сплошные пробки практически. Кто едет в 1 ноября, там 2 ноября, люди, не бойтесь, меньше прогноза смотрите, потому что иногда там вообще не то пишут, что потом на самом деле получается. Поэтому спокойно приехали, будет, если дождь, там еще что, на следующий день, через день, все равно будет тепло. Сегодня реальное тепло, я стою сейчас босиком, в тапочках, в футболке. Время вы видели, я уже сказал, какое, слышали, вернее. И совершенно самое смешное, что у меня за спиной в рюкзаке кроссовки, потому что вчера в это время было немножко прохладно. То есть, когда ниже 21, для меня тогда немножко холодно босиком ходить. Сейчас градуса 23-24, не меньше, потому что очень тепло, очень комфортно, очень классная вода на Клеопатре сегодня была, я снимал. Посмотрите обязательно видео с Клеопатры, чуть позже, наверное, выйдет после этого видосика. Конаклы обожаю, Конаклы, я тебя люблю, это один из моих любимых районов тоже. Бродил сегодня тоже туда, по третьей линии, по четвертой линии, вкусную пекарню нашел, купил булочку с творогом одну, вторую с оливками, все это тоже там кусочками снимал, как я ходил. Я еще с прошлого приезда сюда не выставил даже этот парк, лунопарк, но ничего. Ну, то, что не успею зимой выставлять, какая разница. Главное, что оно есть, как бы. Вот, люди гуляют. Ну, вот, ну, это явно не Сибирь, они, потому что все он в таких идут свитера, в джинсах, и детей одели. А вот человек идет, он, как я, в шортах и в тапочках. Вот люди идут по-летнему одетые обычно. Ну, короче, сейчас все можно встретить здесь. Blue Martin Deluxe Spa Resort работает отель. Вот почему Сапфир так рано закончил сезон, неизвестно. Все, друзья, такой маленький приветик из Конаклы был, где я провел сегодня практически, ну, не весь день, весь вечер, скажем так. Потому что я долго по Клеопатре бродил, сегодня не купался, просто ходил по морю, снимал вам пляж, показывал, сколько людей. На Клеопатре очень много людей сегодня. Все, приезжайте все в Аланию, всем хорошего отдыха. Тоже наши. Тут, короче, все наши. Одни наши. Все, пока всем.